следующий состав. В воротах номер первый Стефанос Капина, в поле третий капитан команды Константинос Стефдимитриос Коловас, 11 номер. Организовать что-то у чужих ворот не особо получается пока. Ух ты, какое интересное развитие событий в матче Испания-Мексика. Мексиканцы уже... Что здесь? Здесь в одиночку пытается. Ситуации, когда мяч откидывают и летит кто-то из соперников, аккуратнее нужно быть. Мы уже видели по ходу нынешнего турнира, как в подобных ситуациях вратари ошибались. И в итоге был гол. Вот двое сразу поднимают руку, и можно бить в одно касание. Вот про то все было разыграно здорово. Вот смотрите, опять с позиции левого защитника. Вот только что отмечали про это. Процент владения мячом побольше у греческой сборной. Но пока ничья 1-1. И грекам, напомню, пришлось отыгрываться. Ох, как здорово. Задумано неплохо, но... Может быть, я и ошибся. Вот количество ударов, да? Побольше у грек. Поэтому вот это все количество ударов, больше их и так далее, больше процент владения мячом. Узбекистана забила. Одна минута в итоге компенсирована. Дважды очень здорово сыграл в первой половине. 10-й Коловас, 11-й Яниотас, 15-й Кумпелис. Пытается забить уже в первые минуты. Это не означает, что греки создают голевой момент один за другим. Нет, и в первой половине подобного не было. Ну, старался. Как только появлялась какая-то опасность. Турапов у мяча. Ну и передача с левой ноги в штрафную пойдет. Таких единоборств, да, видели много и еще не раз увидим. Работает такой вариант, кто его знает. Тем временем сборная Узбекистан. Пытается левым флангом. Полчаса есть у сборной Греции на то, чтобы отыграться. Напомню, греки в меньшинстве. После удали. Интересно, будет ли как-то менять сейчас построение Костас Цан. Турапов. Передача в никуда. Слева партнер открывался. Фомин. 2. Что надо что-то менять.
Курапов. Ой-ой-ой, чуть скидка неудачна. Передача в штрафную на дальнюю штангу. Скидка. Испания, Мексика 1-1. Времени остается. Мы ближе к тому, что все завершится в основное время у нас. Я думаю, греки до самого конца будут. Интересней в исполнении греческой сборной. И теперь возвращаться всем домой. Мяч все-таки уходит за боковую. И готов игрок узбекской сборной замене. Вот еще один пенальти. Ну, 100%, конечно же. Третий пенальти в матче. Желтую карточку сейчас получит игрок греческой сборной. Пришла пора эту самую замену реализовать. Покидает поле Ержон Турапов. И вместо него появляется Абдул.